Ну, с Богом. Здесь будет война в полный рост. Значит, биться будем? Так, хорош трепаться. Времени на подготовку у нас в обрез. С этим бычьем базарить ни о чем. Если сейчас их на жопу не посадить, все вынесут. Гад! Высший класс! Ой-вей! Наблюдаю пробитие. Готов! Точный выстрел! Вскрыл! Пробитие наблюдаю. Кажется, этот снаряд был неучебный. Я чё, пропал, что ли? Ворошиловский стрелок! Гусянки ноги приделали. Поздравляю, Сёма, ты таки смог. Кажется, подшипничек хрустнул. Поздравляю, Сёма, ты таки смог. Прошил! Ха-ха!
Верта совсем как Борис Моисеевич. Стреляет, но не туда. Он мне все равно не нравился. Обрезание делается совсем по-другому. Сёма, вы его потеряли. Чем называется? Ваша гусля уже не будет такой, как прежде. Есть урон? Так его. Сёма, цель захвачена. Бац-бац, и не пробил. Бросайте эту цель, будем искать новую. А теперь немножко повыше. Наше дуло опять не работает. Есть пробитие. Нам разбили триплекс. Борис Моисеевич, придумайте, как вернуть его по гарантии. Не пробил. Бац-бац, не пробил. Фух, кажется, я снова могу видеть. Опа, а вот это таки наш гешефт. Сёма, не отчаивайтесь, но я слышал, что от этого помогают какие-то таблетки. Наблюдаю пробитие. Кто разбил наши окуляры? Не пробил. Сёма, теперь меняйте снаряд на настоящий. Починили очочки и готовы ехать. Отправляю, Сёма, ты таки смог.
Че тормозишь? Передохнуть чутка надо. Все, хорош курить. Отвалившего-то. А командир-то наш, ничего. Кажется, Семен Абрамович у тебя за это заплатит чеканной монетой. Ух ты! Кучерява!